В режиме видеоконференции прошел очередной совет депутатов городского округа Люберцы. На повестке дня 7 вопросов. Среди них досрочное прекращение полномочий депутата Павла Софьина, который перешел из законодательной власти в исполнительную, утверждение полномочий о муниципальном контроле на автомобильном транспорте и о муниципально-жилищном контроле на территории округа. Цель положения является предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных требований жилищного законодательства в отношении муниципального жилищного фонда. Положение определяет виды муниципального жилищного контроля. Муниципальный жилищный контроль будет осуществляться муниципальными жилищными инспекторами администрации муниципального образования городского округа Люберцы, а именно должностными лицами управления жилищно-коммунального хозяйства администрации.